Первый открытый фестиваль конкурса вокалистов имени Иосифа Кобзона прошел в культурно-досуговом центре Успенский Одинцовского округа. Мероприятие приурочено к знаменательному событию. 14 сентября постановлением губернатора Московской области нашему учреждению было присвоено имя великого человека. Иосиф Давыдович Кобзон. В конкурсе приняли участие как взрослые, так и дети со всей России, которых оценивало экспертное жюри, в числе которых заслуженные и народные артисты. Со сцены звучали песни самых различных жанров. Маша занимается вокалом с 4 лет, сейчас ей 9. Занятия посещает 2 раза в неделю. Поет как сольно, так и с ансамблем. Девочка регулярно участвует в различных конкурсах и творческих проектах. А ну-ка все вместе. Я там где-то 96 баллов где-то набрала. Маша не боится выступать на сцене и уже имеет множество наград. Один раз я была на таком проекте «Руки вверх». Там я спела песню «Элла Фицджеральд». И я очень волновалась, когда начинали награждать детей. Там просто меня наградили самую последнюю, потому что у меня был гран-при. Я так испугалась, я думаю, что меня не наградят, что ли? Члены жюри были настроены позитивно, а критерии оценки участников просты. По критериям хорошего пения, по критериям профессионализма, по критериям отношения к песне и любовь к песне. Поэтому вот все критерии. Вот и дети участвуют, поэтому... Любовь к песне, отношения и как поет. Победители конкурса получили дипломы, награды, положительные эмоции и заслуженные аплодисменты. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».